Во-первых, всем привет. Давненько не было видео, и начался второй сезон. Извиняюсь, конечно, что я так по-английски ушел, но начался второй сезон. Розыгрыш продолжается, планшеты, я напоминаю. Так что будьте активней. И мы начинаем. Здесь у нас джинсы. Пришли они за 21 день. У нас на почте они лежали 4 дня. Они пришли по трек-номеру в пятницу. И только вот я во вторник вот сейчас забрал. Эх, отвык я уже от камеры. Давайте начнем с вскрытия. Джинсы я покупал за 650 рублей. У хорошего продавца, потому что отправил он за 21 день. Это очень хорошо. А после моего оплаты буквально за минут 20 он уже все отправил их. Там уже было подтвердить заказ. Вот. В общем, быстрый продавец, советую. Заказывайте. Сейчас посмотрим на качество этих джинсов. Так, в таком пакетике. В пакетике больше ничего нет. Еще один пакетик. Нет. Так. Вот у нас джинсы, в принципе, прикольные, тоненькие такие, на лето, даже на осень и весну они не подойдут, они тоненькие, но, как видим, хорошо прошиты. Так, запах, да такой нет, приятный, в принципе, ничего такого торгающего нет. Так, сейчас проверим все на работоспособность, нормально, все, карманы. Карманы все прошиты. Сейчас я по старинке, конечно же, их примерю, покажу вам. Потому что что-то у меня с освещением. Свет какой-то у нас не такой. Так, посмотрим задницу. Так, размер 40 я заказал. Не знаю почему. С меня сейчас 38 китайские спадают. Но заказал на запас. Мало ли. Вот тут мы видим Levels, Classic Levels 503. Вот тут все это нам не важно. Вот, в принципе, нет, мне не нравится. Мне они нравятся. Сейчас я померю. Покажу вам. И вы оцените. Не отключайтесь. Такие вот, ребят, джинсы. Отлично, в принципе, сели. Чуть-чуть, правда, большеваты. Ничего страшного, ремень все поправит. Вот, в принципе, кому понравились, заказывайте. Там его разные размеры. До 40-го, по-моему. Да. То есть... 30-й, 32-й, там все у него размеры есть. В принципе, классные, тоненькие джинсы на лето. Отлично. Ноги не будут потеть. Всем спасибо. Подписываемся на канал. Смотрим видео дальше. Всем пока.